турнир команды, календарь игр, турнирная таблица, статистика игроков, тренеры, стадионы, судьи, турнир команды, календарь игр, турнирная таблица, статистика игроков, тренеры, стадионы, судьи. 15 марта 2018 года, 18 часов 15 минут, футбол, чемпионат мира 2018. Главный тренер сборной Англии Гаррет Саутгейт рассказал, почему решил вызвать полузащитника Арсенала Джека Уилшера на товарищеские матчи с Нидерландами 23 марта и Италией 27 марта. «Джек – игрок с неоспоримым талантом. Для меня главное, что он принимает участие в важных для Арсенала матчах. Он близок к тому уровню игры, который мы ожидаем увидеть от него. Его способности в центре поля будут очень полезны для сборной Англии», – приводит слова Саутгейта Sportsmall. В нынешнем сезоне Уилшер провел в английской премьер-лиге 17 матчей, отметившись голом и двумя результативными передачами. Сборная Англии объявила заявку на матчи с Нидерландами и Италией. Источник Sportsmall сообщить об ошибке. Комментарий 0. Новости. Чемпионат мира 2018. 15 марта 2018 года. 14 марта 2018 года. 13 марта 2018 года. 12 марта 2018 года. 11 марта 2018 года. 10 марта 2018 года. 9 марта 2018 года.